Приступаем к первому ряду узора ракушки. Первый ряд и все нечетные ряды начинаем с 3 петель подъема. Имитируем столбик с накидом. В эту же петлю в основание петель подъема вяжем еще 2 столбика с накидом. Накид и провязываем столбик. Таким образом мы получили полуракушку. 2 петли пропускаем и в третью закрепляем ракушку столбиком без накида. Две петли пропускаем и в третью вяжем следующую ракушку 5 столбиков с накидом. Проверяем. 1, 2, 3, 4. Для ракушки надо провязать 5 столбиков с накидом. Обязательно. Обязательно проверяем. Провязали. Проверили. 1, 2, 3, 4, 5. И крепим ракушку через 2 петли в третью столбиком без накида. Раз, два, три. Вяжем в третью петлю. Накид. Вяжем первый столбик с накидом. В эту же петлю делаем второй. Третий. Четвертый. И пятый. В одну петлю провязали 5 столбиков с накидом. Проверили и крепим столбиком без накида в третью петлю предыдущего ряда. Продолжаем вязать по кругу. 10-я ракушка. Крепим в третью петлю предыдущего ряда. И для завершения первой полуракушки начала ряда вяжем еще 2 столбика с накидом в основание петель подъема. Раз. И второй столбик с накидом. Соединяем с верхней петлей первой полуракушки ряда столбиком без накида. Таким образом мы соединили ряд, получили целую ракушку. Всего по ряду 11 рапортов, 11 ракушек. И перешли на второй ряд.